Держатели карты жителя Самарской области могут получить кэшбэк за оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказывают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». К примеру, за оплату газа картами МИР и картой жителя Самарской области можно получить кэшбэк в размере 1%. Нажмите «Активировать» на сайте приветмир.ру, чтобы принять участие в акции. Перед оплатой проверьте, что ваша карта жителя зарегистрирована на приветмир.ру. Оплатите услуги в кабинете клиента или в мобильном приложении «Газпром Межрегионгаз». Акция продлится до 31 марта 2023 года. Кэшбэк будет начислен не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Акция действует только для физических лиц. В телеграм-канале Департамента транспорта рассказывают, как пополнить транспортную карту, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Объединенная транспортная карта». Там также можно посмотреть историю поездок за период до 90 дней. Для этого нужно ввести номер транспортной карты и проверочный код. Система показывает дату, время поездки, номер маршрута, тип транспорта, а также наименование компании-перевозчика. На сайте можно проверить и историю пополнения транспортной карты. Это позволит не стоять в очередях для пополнения карт маломобильным гражданам. В департаменте образования рассказывают, что в Самарской школе номер 128 прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти выпускника учебного заведения, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане, Нестерова Анатолия Владимировича. Он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. На торжественном открытии присутствовали представители регионального объединения Союза ветеранов-десантников и подразделения специального назначения.